Такой кусок точно не проглотит. Сейчас попробует забрать бы у него. Так черный аистенок блуждал в поселке Хужир еще год назад. Совершенно одиноко и в конечном итоге бесцельно. Пока жители не приютили скитальца. Соорудили ему временный дом и контролировали питание малыша. Но редкая птица нуждалась в квалифицированном присмотре и уходе. Поэтому осенью ее доставили в иркутский зоопарк. В этот период в Плишкино нашли еще одного черного аиста. Правда, состояние у него было хуже. Так и сошлись два одиночества. Вероятно, птицы не успели окрепнуть и отбились от стаи, говорят эксперты. Пернатых уже выходили, откормили живой рыбой и грызунами. Сейчас ветеринары зафиксировали у птиц перевес. Парочка жила изолирована и контактировала с людьми минимально. Задача была ясна – не приручать птиц. Так пернатые прожили 9,5 месяцев. К следующему сентябрю они должны быть полностью готовы к самостоятельной жизни. И в то место, куда мы их выпускаем, прилетают, собирают на зимовку другие черные аисты, и они там должны встретиться со своими, они должны за своих признать не людей, а все-таки аистов. Мы все для этого сделали. Сейчас у птиц атрофированы крылья. Им нужны тренировки в комфортной и безопасной среде для летных прогулок. Специалисты говорят, аисты обязательно полетят. Поэтому птиц окольцевали. На лапах прикреплены миниатюрные датчики, чтобы следить за ними на большом расстоянии. Место тоже выбрано не случайно. Устье Анги – это то место, богатая кормовыми ресурсами, защитные свойства тоже хорошие, то есть они могут там спрятаться, есть где разгуляться, есть где размять крылья. За их жизнь боролся не один человек. Ведь черный аист занесен в Красную книгу, и пусть их вид ограничен, но эти птицы спасены и теперь свободны. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин. Новости сейчас.